Он осветил эпоху своей музыкой, своим искусством. Вот это его великая, великая цель и задача, конечно. Я очень сожалею сейчас, что к нему вот такое отношение непонятно музыкантов и дирижеров, в том числе, которые не оценивают этой музыки и не могут ее, так сказать, проникновенно сыграть. Но, к сожалению, ведь совершенно ни одного памятника ему не создано, кроме как в Курске. Квартиры непонятно, никакой даже дощечки нет, ничего. Ну, вот это мы, это мы. Ой, Григорий, дали беду, никуда мы.